Добрый день, магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. Я специально взяла, нынче не буду я магнитью, да, я специально взяла девочку-пудышку, она здесь работает менеджером, и все те модели, которые опять же будут представлены у нас в зале, они будут промеряться на Ане. Итак, Аня у нас носит размер 40-42, я ношу 48. Я хочу, будем промерять на Ане, потом буду одевать на себя. Я сниму пиджак, потому что, ну, на пиджак неудобно, это двойное плечо, спасибо большое. Итак, смотрите, цвет хаки, он очень популярный вообще всегда, во все времена и в сочетании с рыской. И еще мы сделали как эко-шубку, представляете? То есть это будет и тепло, и модно, и стильно. Анют, повернись. Круто, правда? Какая маркировка? 46-я. То есть садится абсолютно, мы можем закрывать 2-3 размера. Это круто. Анют, ты одеваешь дальше, а я одеваю на тех, кому за. И тоже смотрится прикольно, правда? Я повыше. Аня, у тебя какой рост? 63. А у меня 68. Рукава на месте. И такой получается вариант автоледи и шубки. Шикарно. Шикарно. Идем дальше. Сейчас новый принт, который на джинсе с розами. Можно поближе немножко, да? Посмотрите. Сильно... Да. Он невидимый, но он смотрится вообще круто. Да. И здесь, опять же, даже я перепутала, идет эко-морка. Это просто супер, она выполнена под орех, темный орех такой у нас идет, и смотрится шикарно. И вот этот принт с розой, вы знаете, он даже не спортшик, а он смотрится гламурно, очень красиво. А сюда мы еще, следующая модель будет, поставили енот. Енот, соболь, и все это идет эко-мех. Пошли, дальше, видите? Да, и сейчас с Аней я промеряю. Размер, я думаю, тоже. Вот здесь поменьше размер. Размер 44. И смотрится круто. Бедро у нас в данном случае все равно бедренная часть закрыта. То есть удлинить ее нельзя, она будет смотреться не сюда. Дальше. Посмотрите, в том году, да, я привозила эти джинсовки, но с соболем. Были клиенты, были покупатели и заказы. А сейчас, вот различите, пожалуйста, соболь это, либо это эко-мех. На самом деле эко-мех. Шикарное сочетание. Посмотрите, очень грамотно сделано. Хаки и эко-соболь, то есть коричневый с зеленым. Всегда сочетание и попадание очень классно. Идем дальше. Одеваю я. Спасибо. Так. Сейчас мы сделали также сочетание хаки и именно с енотиком. Смотрится круто. Мне важно ваше мнение, как будет выглядеть. С соболем вам больше нравится эко-мех или с енотом? Но на самом деле они смотрятся абсолютно по-разному. Это более стильно, дорого, богато. А это, я думаю, что более молодежно и, ну, в ногу со временем. Итак, сегодня мы рассмотрели только часть тех моделей, тех цветов, а их будет очень-очень много. Поэтому ожидайте наши коллекции. Это город Екатеринбург, магазин Олимпия. И мы будем официальные представители. Это фирма Гараджи. Я хочу показать. Да, это фирма Гараджи. И хочу показать тех людей, которые здесь работают. Пожалуйста, вот прям в таком режиме. Да. Ну зачем мы поворачиваемся? Вообще они, конечно же, очень стесняются, но это знатоки своего дела. Всего хорошего, до новых встреч, а мы будем радовать вас новинками. И я думаю, что вы будете очень-очень довольны нашим ярким стильным коллекциям.